Строительный комплекс Гомельской области динамично развивается. Благодаря прогрессивным технологиям, профессионализму строителей на карте региона появляются новые дома, микрорайоны, производственные здания и сооружения. Строительство в целом меняет атмосферу и облик городов нашей области, делает теплыми и уютными дома каждого из нас. Будущее нашего региона создается сегодня с большой стройкой. Сегодня программа «Большая стройка» расскажет вам о том, как функционирует уникальный для Гомельской области объект – встроенный детский сад в 19-м микрорайоне города. Кроме того, вы узнаете, как будет реализовываться новый для областного центра проект по застройке на улице Федюнинского. Проект по возведению группы жилых домов со встроенным детским садом в 19-м микрорайоне областного центра осуществлял Гомельский домостроительный комбинат. На данный момент такой проект единственный не только в нашем регионе, но и в целом в стране. И если еще год назад в самом центре этого микрорайона был пустырь, то сейчас здесь расположены 3 многоэтажных жилых дома со встроенным детским садом. Эти проекты разработаны архитектурно-проектной мастерской Гомельского домостроительного комбината при содействии Института Гомель-Гражданпроект. Начата реализация этих проектов год назад. Первым был построен КПД номер 79, вторым КПД номер 77, и третьим завершающим КПД досрочно на 70 дней был сдан КПД 78 со встроенным учреждением дошкольного образования. Общая площадь помещения учреждения дошкольного образования около 900 квадратов. Это абсолютно полноценный изолированный детский садик, ничем не уступающий по своим функциональным возможностям отдельностоящему детскому саду. Стоит отметить, что плюсы такого учреждения образования уже успели оценить не только воспитанники детского сада, их родители, но и педагоги. Садику только месяц, расположен на первом этаже жилого дома, что абсолютно не ощущается. Вот. Как будто это отдельно стоящее здание. 3 группы. Деткам очень комфортно. Родители довольны, потому что учреждение находится в шаговой доступности. Имеется саночная, колясочная, так называемая. Группы просторные, групповые площадки хорошие. Достаточно игрового оборудования на площадках на улице. Еще одно преимущество данного жилого комплекса – благоустройство прилегающей к нему территории. Речь идет о качественном и обширном благоустройстве в соответствии с мировыми стандартами, где потоки автомобилей полностью отделены от детской игровой зоны. Кроме того, здесь есть спортивная площадка. По словам специалистов, это группа жилых домов со средой обитания. 96-й микрорайон – один из живописных и экологически чистых в нашем городе. Расположен он в зеленой зоне Новобелецкого района. Здесь к приобретению уютного и комфортного жилья в многоэтажном доме приглашаются нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Несколько лет назад Гомельским домостроительным комбинатом начата реализация программы по строительству ансамблей из жилых домов в микрорайоне номер 96. Очередной дом сдан в эксплуатацию буквально на днях. Начато строительством крупнопанельный жилой дом по соседству номер 55 по генплану для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данной категории граждан будет представлены 1-, 2- и 3-комнатные квартиры в зависимости от их потребностей. К сдаче этот дом планируется в первом квартале 2019 года. В числе мест, где появится новое жилье для гомельчан, улица Федюнинского. Строительство квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий по 240-му указу сейчас здесь ведет Гомельский домостроительный комбинат. Проект застройки микрорайона по улице Федюнинского включает в себя 10 жилых домов, 7 из которых в крупнопанельном исполнении, а 3 из которых в исполнении в широкий шаг. Общая мощность микрорайона порядка 101 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Это 1600 квартир. В настоящий момент ведется строительство 2 жилых домов КПД-1 и КПД-4 для нуждающихся в улучшении жилищных условий в рамках 240-го указа.
В 18-м микрорайоне Гомеля и, в частности, по улице Мазурова ведется активное строительство многоквартирных домов. Жилье в КПД номер 10 предлагает приобрести Гомельский ДСК. Дом выполнен из крупнопанельных изделий с вентилируемым фасадом с отделкой фиброцементными плитами. Это придает новостройке внешнюю эстетичность, а в дальнейшем уменьшает эксплуатационные издержки по обслуживанию здания собственниками. Решается строительством КПД номер 10 в микрорайоне номер 18, где квартиры продаются по 990 рублей за квадратный метр. В скором времени Гомельский домостроительный комбинат планирует начать строительство КПД номер 11. Приглашаем всех жителей города Гомеля и других граждан Республики Беларусь приобрести квартиры в этом доме. За информацией следите на сайте gdsk.by либо по телефонам 43 43 20 и 199 44 99. Актуальное предложение для тех, кто мечтает жить в самом сердце нашего города, в центральном районе. Управление капитального строительства города Гомеля приглашает к возведению комфортного современного жилья по улице Волотовской. В настоящее время, как вы видите, ведется строительство данного дома. В феврале ожидается выход проектной декларации. 63-квартирный жилой дом, в котором 45 квартир двухкомнатных и 18 однокомнатных. Все квартиры просторной планировки. Планировка очень удобная для жизни. Кухня объединена с гостиной. Это современные тенденции, которые позволяют зонировать пространство так, как удобно вам, а не застройщику. Приглашаем вас для заключение договоров долевого строительства после выхода проектной декларации. Ждем вас. Примечательно, что от дома в шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта. Есть детские сады, школы, торговые и объекты здравоохранения. Жилье в еще одной новостройке, которую вскоре возведут в центре Гомеля, предлагает городской УКС. 11-этажный двухподъездный жилой дом построят вот на этой площадке по улице Докутович. 11-этажный жилой дом, в котором имеются одна- и двухкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры небольшого метража от 30 метров до 36. Двухкомнатные квартиры тоже компактных планировок от 45 до 60 квадратных метров. Данные компактные площади напрямую сказываются на стоимости квартиры, а соответственно на доступности ее покупки. В доме также сразу предусматривается система видеонаблюдения, французские окна, панорамное остекление лоджии. Парковка. В доме продуманная среда. Детские площадки зонированы от парковок, что дает дополнительную безопасность нашим детям. Проектная декларация ожидается в марте текущего года. В ближайшее время многоэтажный жилой дом возведут по улице Чечерской в 21-м микрорайоне областного центра. Рассмотреть предложение по приобретению в нем жилья предлагает УКС города Гомеля. УКС города Гомеля принимает заявление на долевое строительство в 10-этажном жилом доме, который расположился в микрорайоне номер 21 города Гомеля. Этот дом находится в центральном районе нашего города. В данном доме 60 квартир однокомнатных и 60 двухкомнатных квартир. Однокомнатные квартиры составляют 45 квадратных метров. Двухкомнатные квартиры представлены в двух планировках – 57,7 квадратных метров и 68,8. Квартира с площадью 68,8 позволяет за счет зонирования пространства сделать трехкомнатную квартиру с объединенной кухней-гостиной более 20 квадратных метров. В настоящее время это очень востребованные квартиры-студии. Стоимость квадратного метра составляет 1099 рублей. Уважаемые дольщики, приглашаем вас для заключения договоров долевого строительства в УКС города Гомеля. Будем рады вас видеть. Интересное предложение по жилью в советском районе города и, в частности, в 59-м микрорайоне. Здесь помимо живописной природы, реки Сож, свежего и чистого воздуха еще масса плюсов. Главный из них – соседство с уже сложившейся инфраструктурой города. На данный момент Шведская горка застроена уже более чем на 90%, но возможность у вас приобрести квартиру именно здесь еще есть. УКС города Гомеля планирует в марте текущего года выход проектной декларации на строительство жилого дома номер 23 в 59-м микрорайоне города Гомеля. Наш 10-этажный дом расположен в одном из самых красивых и живописных районов города Гомеля – Шведская горка. Из окон будет виден потрясающий вид на старое русло реки Сож. В доме
запроектированы однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры представлены в двух планировках. Это 33 квадратных метра и 41 метр квадратный. Двухкомнатные квартиры площадью 60 квадратных метров. Уважаемые будущие наши новоселы, приглашаем вас для участия в долевом строительстве данного дома. С более подробной информацией можно ознакомиться на нашем официальном сайте УКС города Гомель или же позвонив нам по телефону. Большая стройка уверена, что сегодня мы смогли помочь именно вам определиться с выбором комфортного, уютного и качественного жилья. До встречи на стройплощадках Гомеля.